Добрый день всем. Будем сегодня ковырять 157-й мотор. Вот. Хорс 056. Скутер. Проблема такова, что перебирал мотор и начал садить. Проблема вот такая вот. Я уже частично разобрал его. Ну вот. Сейчас съемничек принес. И будем снимать. Снимать половинку и менять сальник с прокладкой. Новый. Вот так все застало тут здесь. Ну, короче, сами понимаете. Вот, и будем разбирать. Продолжение будет следовать. Ну что, добрался до сюда, снял крышку, менял новую прокладку. Сейчас здесь поменяем сальничек и будем устанавливать. Да, сальник вроде бы как бы поврежден с одной стороны, поэтому он просекает. Ну, посмотрим. Нашел я причину. Вот. Причина вся. Крышку надо менять. Видите, трещина. Вот и вся проблема. Здесь трещина, поэтому и слюняет. Как я собирал, хер знает, где-то ударил, походу. Печаль. Ну что, нашел я крышку такую вот новую. Как новую? БУ. Хорошо отмыл, поменял сальничек. Вот. Там даже солидорчик виден. Прокладка у нас стоит. И будем собирать обратно. А в чем проблема была этой крышки? И здесь, когда собирал, где-то ударил. Видите? Трещина. Или ударило, а что-то другое, не знаю. Плохо, короче, собрал. Эта крышка идет на Вангенштейн. Здесь космические у нас повреждения. Ну и здесь. Это уже утиль. Установили крышку, болты все на месте, сейчас будем дожимать и будем собирать. Продолжение следует, я думаю, будет все удачно, прокладочка новая, свежая, сальник тоже. Продолжение будет следовать. Ну что, продолжение идет сборки, позатягивал, поставил обмотку генератора, датчик холла. Вот, но совет даю, слишком не затягивать. Слегка прижал и все. Здесь опыт, то что резьбу срывал. Это не есть хорошо. Я надеюсь, больше течения не будет здесь. И больше никогда в жизни. Так что будем собирать дальше. Ставить ротор генератора, зажимать и ставить кожуха. Вот такая процедура заняла почти 1,5 часа. На видео это все, конечно, красиво, хорошо, замечательно. А в реальности совсем все по-другому. Продолжаем. Смотрим.